Вот только что закончилась работа заседания жюри. Жюри представлено было 5 членами. Председатель жюри Адель Шазамович Агишев. Был представлен Таджикистан в лице Сафарбека Салиева. Фархат из Казахстана, Булат Юсупов из Башкортостана и Садия, который представил Бангладеш. Очень плодотворная работа жюри, потому что очень много было фильмов, которые практически единогласно были приняты членами жюри как лучшие. И мы сегодня постараемся все оформить в виде документа и разместим это на сайте Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Хочу только сказать, что единогласно, единодушная работа жюри порадовала нас, потому что многие страны ждут сейчас решения, и оценки членов жюри были настолько близки друг к другу, что, похоже, у нас фильмы, отобранные отборочной комиссией, создали очень сильную программу, которая не вызывает сомнений у членов жюри. Мы, конечно, все хотели бы видеть в формате офлайн и жюри, и режиссеров картин, актеров. Но вот с этой ситуацией нам пришлось поработать вот в формате онлайн. Но мы всех обязательно победителей пригласим в самое ближайшее время, когда будет это возможно. При первой же возможности все фильмы покажем публике, и, естественно, члены жюри выскажутся уже офлайн в кинотеатрах на площадках, где будет проходить фестиваль. Садия! Да-да, он не прислал, но он сейчас будет на связи с нами, он будет говорить. С объективной точки зрения, может, я здесь немножко, как скажем, не объективно сужу, но это моя такая вот такая позиция. Лучшая операторская работа, лучший исполнитель мужской роли и лучший исполнитель женской роли. Вот на всякий случай напоминаю вам. They liked two films, Forbidden Children. We have to be critical, but we can do some good things in our life. Вот у меня тот же самый список, который вам отослали. Вот он у меня, вот. Нет, здесь полнометражи полностью исчерпано все, ребята. Не надо возвращаться туда. Это мы на завтра будем сидеть. Да, я согласен. Согласились, да. Теперь очень благодарна за то, что вы в течение этих нескольких недель с нами были, работали. Что-то, наверное, в этом онлайн-режиме сложнее, чем офлайн. Понятно, что там ссылки. Но мы старались все-таки всем, у кого не открывались ссылки, дослать. Но в итоге получилось, по-моему, очень даже неплохое жюри. Все, спасибо, ребята. До свидания всем. Спасибо. 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 Адиш Александрович, спасибо большое, Бирша. Спасибо. Вам тоже, вам спасибо. Сафарбек, вам поклон. Спасибо. Прохатчу поклон. Спасибо. Девочки, поклон. Всего доброго. Несколько лет вам, ребят. Спасибо огромное.